Настройка каналов телевизора Philips. PFL 42. 42 PFL 5604 H/12. Хороший телевизор. Попытаемся настроить его. Вернее, не попытаемся, а точно настроим. Сверху джойстика есть с домиком кнопочка. Нажимаем кнопочку домик. Просмотр телевизора и ищем конфигурация. Нажимаем конфигурация. ОК джойстик. Внизу меню ищем. Установка. Выбираем установку. Языки. Язык, меню обязательно русский. Выбрано. Русский. Есть. Окей. Возвращаемся назад. Установка. Настройка канала. Настройка канала. Нажимаем настройка канала. Автоматическая установка. Переустановка каналов. Нажимаем переустановка каналов. Обязательно выбрать страну. Если будет другая страна, там совсем другие сигналы. Вот, Украина. Выбираем Украину. Запустить поиск каналов. Начать. Здесь 84 канала, 84 или 86, не столько, он будет искать их 10 минут. Я видео сейчас ставлю на паузу, но он будет искать его 10 минут, это точно. Так что не переживайте, долго он ищет. Телевизор свою тупизну компенсирует шикарным экраном, шикарным звуком. Множеством количества разных выходов. Подключать можно все, что хочешь к нему. HDMI 3 штуки, я там не помню. Ну, всего много. Все, видео пока на паузу, пока она обыщет. И потом еще поперемещаем каналы. Телевизор доискивает каналы. Ровно 10 минут. Жмем готово. Джойстик ОК. Выход. Внизу джойстика. Слева Back кнопочка. И на ней нарисована обратная стрелочка. Это у нас будет первый канал. Второй канал. Третий канал. Четвертый канал. Пятый канал. Ой, политика, не надо нам политики. Второй канал. Можем, хотим поменять, например, вот что у нас интересное. Фильм. Старый, хороший фильм. На четвертом канале. Чтобы поменять канал, перекинуть с четвертого на второй, надо нажать. Выше дисплея, выше джойстика есть Options кнопочка. Выше джойстика справа. Нажимаем ее. Вот это изображение надо отметить как избранное. Окей. Отметили. Ниже джойстика слева выход кнопочка есть. Выходим. Теперь нажимаем ОК по центру джойстика. Появился список. Нажимаем четвертый канал. Окей. Нажимаем теперь Options, то, что выше, выше джойстика справа. Переупорядочить. Нажимаем ОК. Джойстиком ОК у нас появились стрелочки. Можно перемещать вверх, вниз. Перемещаем вот этот канал на
второе место. Опять окей. Загорелась звездочка. Он здесь и остался. И бэк, выход. Все. Все, что надо. Звук. Какие-то особые настройки. Я не знаю. Это уже на любителя. Самое главное, настроить каналы. Проблема в этом телевизоре. И с 84 или 86 каналов перекинуть поближе каналы, которые ты смотришь. Их там буквально 10-15. Все. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на канал.